us. You didn't even get to cross. Доброе утро. Мы на канале Batman Fishing. Собрались мы с Николаем на рыбалку. Попробовать с лодки. Взяли сегодня с собой якорь. Шестеренку опять. Поедем. Будем пробовать с лодки рыбачить. Ну а там уже увидим, что у нас получится. Комаров что-то сегодня с утра. Немножко. Много сильно. Ну хорошо. Я сегодня немножко проспал, меня Николай разбудил. Без 25. Ой, 6. Да, без 26. Разбудил. Ну вот, пока я делал отводной, Николай одного поймал уже. Оторвал. Он какой здоровый. Оторвал? Отводной? Оторвал. Осетник сам крючок. Нифига себе, это что там у тебя будет? Или у тебя тут лесточка тонкая? По нет, узлу? Слетел опять. А-а-а. Петля-то не помню. Ну я понял. Ну ладно. Приступим тоже. Будем пробовать. Джиг с отводным. Прошлый год он здесь отлично себя показывал, эта снасть. Вот попробуем. Попробуем сначала в эту сторону покидать, а потом вот, если тут ничего не будет. Есть! С первой проводки на джиг небольшой окунечек. Ну? Такой вот кусочек небольшой. О, тоже хороший. Ну что ж, силикон поменяли. Погнали теперь. Есть поклевочка. Ух. Дубль. Да ёшки-матрёшки. Они еще какие-то, а? Вот это лапоть! Интересно, насколько он? Надо, наверное, достать. Если того закинь, ну, тот поменьше. Семьсот семьдесят грамм. Я что-то за спиннинг переживаю. Это ж не крокодил. А сюда-то надо было крокодил брать. Там и леска покрепче стоит. Ну. Тут-то хорошо. Крупный. Ну. Уч. Отводной. И опять кабанчик неплохой. Ты посмотри-ка. И вот.
О, попали-то на кабанчиков, а? Все шикардосные. Да. Это бомбическая рыбалка. Вот это уже точно, это не просто окунь, это уже горбач. Да. Такого-то точно. Ну, такого-то можно и поднять. Такого-то можно и поднять удилищем. Нет, сидит он на отводном, наверное. Нет, на джиг взял. Ух, опять кабанчик. Вот он, красавчик. Такие кабаняры сегодня ловятся. Два что ли подсело? Да. Два подсело. А? Хорошо. И такие неплохие горбачи-то. Не, сюда надо только крокодил, никаких пустотелых спиннингов. Иначе, да. Хоть это удилище и было взято именно для ловли окуня, но что-то, когда такие окуня... Уть, иди сюда. Да что-то жалко удилище-то. Ух, это что-то. Или два. Два. Да еще и кабаны оба такие, ё-моё. Вот это да! Опять оторвали. Ну там, значит, что-то было хорошее тоже. Вот это кабаняра. Что, без мен давать? Пусть зашить. Я не думаю, что он прям.
Сейчас. Вот, давай. Да. Семьсот. Да, 700 грамм. Так, что-то надо сделать. Так, ну что же, продолжим. Крючки перевязали. Не каляю. И сразу же поклевочка. Они нас дождались уже здесь просто, пока я тебе перевязывал крючком. Да я тебе говорю, вообще, и опять дубель идет. Один убежал. Ну, узел завязался на то одном. Началось. О! Я вверх. И опять дубль. Блин. Эть. Иди сюда. Эх. Горбача. Не, ну сегодня кабанчики вообще зачетные. Дубль сел, что ли? Это, по-моему, опять дубль. Нет. Значит, один сбежал. А? Ветер сегодня, конечно, хорош. Есть. Сел. Дубли перестали. Знаешь почему? Отводной короткий стал. Они рядом практически. И все. И дубли перестали. Что-то резко перестало, ага. Ну. И
идет дубль. Ну вот этим дублем мы и закончим нашу сегодняшнюю рыбалку. Иди сюда. Вот такими двумя красавчиками. Да и как бы я уже почти пайву наловил. Хватит. Как раз пока уеду, будет чем Митяя кормить. Ярик-то остается. Я поеду в Ханты-Мансийск. Вот, Ярик будет кормить собаку. Останется. Ой. Клев прекратился, причем резко. Вот, наловил. Хватит. И Николай поймал тоже немного. Смотри на меня так. Не надо, не надо. В общем, ладно, друзья. До скорых встреч. Всем пока-пока.